Христос воскресе, братья и сестры! Всех вас особенно поздравляю с сегодняшним днем. Сегодняшний день – день особенного торжества, день соединения неба и земли, день соединения ангелов и людей, живущих на земле, небожителей и нас, грешных. Сегодня каждый человек проникается этой радостью, этой торжественной минутой. Я хотел бы, поздравляя всех жителей, пожелать добра, света, счастья и радости от всего сердца. Воистину, Христос воскрес!